Дорогие друзья, сегодня я очень хочу познакомить вас и познакомиться лично с одним из ведущих клезмерских скрипачей, а также композитором, лектором и преподавателем еврейских танцев. В составе различных музыкальных международных проектов он выступает и преподает на фестивале по всему миру, от США и Канады до Японии. Сегодня он у нас в гостях. Доброе утро, Аркадий. Доброе утро. Доброе утро. Мы очень рады вашему визиту в нашу студию. Благодарю. Знаете, композиция, которая только что прозвучала, музыка. Что это за музыка? О чем она? Эта мелодия называется «Ахавора Боштейгер», и это одна из самых старых мелодий, записанных для сольной скрипки. Самая старая запись, дошедшая до наших дней, датируется где-то 1905 годом. Угу. До нашей эры. Ну, скажем так, до эры больших записей. Да, что ж. Знаете, для начала очень хотелось бы для тех зрителей, которые все-таки близко прекрасные, но которые не совсем понимают, кто такой скрипач-клезмер, поясните, пожалуйста. Клезмерами на наше время называют музыкантов, исполняющих музыку, которая, собственно, на сегодня называется клезмер. Это традиционная восточноевропейская еврейская свадебная музыка. Раньше, однако, таким словом обозначали только еврейских музыкантов, но не жанр. Жанр, собственно, на идыш назывался «идыши музик», еврейская музыка, и только так. Как жанр она так стала называться лишь ко второй половине 20 века. Состоит это слово из двух слов на иврите «кли», что означает «музыкальный инструмент», и «земер» – «пение» или «песня», что в общей сложности дает нам словосочетание «поющий инструмент». Слушайте, а как так сложилось, что вы стали именно клезмером? Насколько я читала различные интервью, у вас и мама музыкант, да? Можно сказать, что вы из семьи музыкантов. В детстве мечтали вы быть кем угодно, музыкантом в том числе. Но мне понравились такие варианты, как пилотом Формулы-1, да, например.
были разные предпочтения в профессиях. Как так получилось, что вы стали музыкантом, но все-таки и клизмер? Ну, то, что я стану музыкантом, было решено без моего участия еще до того момента, когда я был в проекте, как чаще всего происходит в семьях музыкантов. Однако в 2002 году мама подарила мне на день рождения диск, двойной диск под названием «In the Fiddler's House». Это очень известный проект с участием всемирно известного классического скрипача Ицхака Перельмана и на тот момент самых известных, самых ведущих клезмерских проектов мировых, таких как американские The Klezmerics, Brave Old World, Andy Statman Concert и так далее. И мне как-то с самого начала очень-очень понравилось то, что я услышал, меня это как-то зацепило, и мне стало интересно самому попробовать эту музыку поиграть. Другое дело, что на тот момент я ни в коем образом не помышлял о том, что это станет моей профессией. Мне просто нравилось, как эта музыка звучит, и что-то такое внутри меня на нее откликалось. Однако в 2003 году, год спустя, я создал первый на тот момент в Москве ансамбль клезмерской музыки, он существует и по сей день, называется «Клизмастерс». И уже тогда я начал в качестве студента ездить на различные международные фестивали, такие как Клезфесты в Санкт-Петербурге и Киеве. А через год я переехал в Германию, где продолжил сперва в качестве студента, а потом уже в качестве преподавателя ездить на самые разные фестивали, в том числе на фестивали в Германии, в Америке и так далее. Вы знаете, насколько мне известно, вы очень много времени посвятили изучению еврейской музыкальной культуры. Знакомство многих людей с ней произошло благодаря именно посещению ваших уроков и лекций. С чего вы начали, когда вы стали сами изучать эту культуру? Что вас тоже зацепило? Я старался по возможности работать с различными старыми источниками, то есть либо с архивными записями, либо просматривать так в узком кругу ходившие видеозаписи, интервью с различными старыми музыкантами, уже, которым было уже хорошо за 80 лет. Более того, с некоторыми такими музыкантами мне посчастливилось лично познакомиться, таким как, к сожалению, в прошлом году нас оставивший потрясающий совершенно певец Аркадий Хунович Гендлер, который изначально был родом из Сорок, и практически всю свою жизнь он прожил в Запорожье. Он свой самый последний альбом записал в Вене, когда ему было, если не ошибаюсь, 92 года. Вот. Он был просто ходячей энциклопедией как еврейской песни, так и это был не просто бесценный источник, собственно, живого бессарабского идыш, который был огромным авторитетом во всей среде музыкантов, которые так или иначе занимаются музыкальной восточноевропейской еврейской культурой. Молодые живут. Потрясающие, талантливые люди. Я, насколько понимаю, вы здесь уже в третий раз. Да, совершенно верно. Расскажите о той миссии, с которой вы приехали сегодня. В этот раз я приехал в рамках международного проекта, арт-проекта Torah Images, который мне посчастливилось создавать совместно с потрясающими артистами из Кишинева. Это фотограф и видеомейкер Шенди Капетман и художница Мария Скляренко. Они обе из Кишинева. И то, что мы делаем, мы берем различные сюжеты, истории из Ветхого Завета и стараемся их показать так, как мы воспринимаем их. Визуализировать. В том числе. То есть Шенди и Мария создают как фото и видео работы, так и графику и живопись. Я же должен был для этой цели написать музыку и записать ее. Что мы и сделали, и в это воскресенье в еврейском культурном центре Кедем по адресу Николая Дога 5 мы в 4 часа проведем нашу, так сказать, мировую премьеру этого проекта. Здорово. Приглашайте на премьеру. Да, да, вход свободный, немаловажно. Свободный, здорово. А вы знаете, какой вопрос у меня будет до того, как я задам еще один интересный вопрос. Считаете ли вы себя где-то миссионером? Ведь, в принципе, у каждого из нас своя какая-то определенная миссия на Земле. Если да, то в каком? Миссию жанре. Свою в чем-то я действительно вижу, но миссионером себя не считаю категорически. Миссию я имею в виду, да. Да, да. То есть я стараюсь сделать что-то для того, по возможности, чтобы еврейская музыка, чтобы ашкеназская музыка не воспринималась, с одной стороны, как музейный экспонат, но при этом сохраняла как свою традиционную составляющую, историческую,
при этом не теряя связи с сегодняшними реалиями, с сегодняшним контекстом. То есть вы вдыхаете новую жизнь в старый... По крайней мере, мне бы очень хотелось так думать. Здорово. Вы пытаетесь совместить как бы несовместимые вещи. Вы играете на скрипке, причем профессионально давно, и вы являетесь одним из самых таких виртуозных скрипачей. И в то же самое время вы преподаете еврейский танец. Совершенно верно. Да. Покажете нам мастер-класс в этом С огромным удовольствием. Да? Ну, давайте перед тем, как мы все-таки приступим к второй части интересного мастер-класса от нашего гостя, посмотрим нумерологический прогноз, который предоставит нам Айсулу Ахимову. Ну что ж, дорогие друзья, как мы вам и обещали, Марк Овнацкий сегодня у меня в гостях и будет учить меня еврейским танцам. Марк, расскажите, пожалуйста, что должен знать обычный человек, который ничего не знает об этом, о национальных еврейских танцах? Прежде всего, нужно исходить из того, что еврейские танцы, они очень-очень разнообразны, ведь нету какой-то единой этнической группы еврейской. Так. Есть как восточноевропейские евреи, так и евреи, живущие на Ближнем Востоке, в том числе в арабских странах. Это уже совершенно другая Каким культура. Каким видом обучаете вы? Я представляю традиционные восточноевропейские танцы, они также можно их назвать идышскими танцами, которые взяли очень много от народов, среди которых евреи жили, то есть в том числе из румынских, молдавских, украинских танцев и так далее. Есть какие-то танцы, которые являются сугубо еврейскими, которые использовались сугубо в еврейской среде. Есть танцы, которые пришли так или иначе из нееврейской среды, такие как, например, украинские коломейки, сырба из Бессарабии. Так оказывается. Конечно. Чему будем учиться сегодня? Каким базовым элементом? Ой, ну мы можем попробовать вариант еврейской хоры. Так. Дело в том, что еврейская хора, в отличие от хоры молдавской, которая может быть зачастую двудольной, иметь достаточно быстрый темп. Вы хорошо знакомы с молдавской? Ну, я являюсь, в принципе, достаточно большим поклонником лаутарской музыки. Mm-hmm. И более того, я здесь, в Кишиневе, неоднократно брал воркшопы у одного из лучших молдавских лаутарских скрипачей Марины Буни. Да. Если говорить о еврейской хоре, то еврейская хора, она практически всегда трехдольная. Изначально она была исключительно женским танцем, поэтому она изобилует движениями, которые рассчитаны скорее на длинную в пол юбку. Сегодня же в нашей... Ни у вас, ни у меня. Таковой сегодня не наблюдается. Да, да, учитывая, что... Да, шотландских евреев я не знаю. Так. Поэтому сегодня этот танец уже давно стал, можно сказать, унисекс. Его танцуют как женщины, так и мужчины. Причем, поскольку этот танец скорее светский, то, соответственно, все его танцуют друг с другом, потому что в религиозных... Не томите, да. Покажите. Попробуем. Хорошо. Да. Поскольку танец хора имеет всегда вот такой ритм. Раз, и раз, и раз. Соответственно, все движения основываются вот именно на этой ритмической основе. Самое простое из этих движений выглядит таким образом. Во-первых, мы всегда держимся руками. Танцы еврейские — это очень важный момент. Они практически всегда танцуются в кругу. Поэтому танцоров, как правило, много. Итак, первое движение выглядит достаточно просто. Оно начинается с правой ноги в центр круга нашего воображаемого. Выглядит оно следующим образом. Раз и два и назад. И раз и два. И раз и два. И раз и два. Это самое простое базовое движение. Так. Есть движения, которые не идут напрямую в сторону круга. Они могут идти сперва по его... периметру. Угу. То есть, сперва я покажу его сам, потом попробуем все вместе. С таким образом я двигаюсь по границе круга. Раз, и два, и три, четыре, пять, и раз, и два, и раз, и два. Есть также варианты чуть-чуть попроще, так. С меньшим количеством шагов. Раз, и два, три, четыре, пять. Только один шаг, сразу назад. Два, три, и раз. То есть, раз. И два. Да? То есть вот не сказала бы, что совсем простое движение. Ну, а кто же говорил, что будет легко? Я навряд ли повторю. Я все-таки очень попрошу вас. Я знаю, что наши телезрители тоже этого ожидают. Может, вы исполните какой-то красивый, интересный танец? Хорошо, хорошо. Я могу исполнить фрагменты из танца, который называется «Хосидол». Он зародился в хасидской среде. Этот танец рассчитан в основном на старшее поколение, потому что он достаточно медленный.
Его можно танцевать как в кругу большими группами, так есть и сольные версии, одну из которых я попробую представить. Сегодня. С большим удовольствием, танцпол ваш. Показал прямо сейчас мастер-класс еврейского танца. Я так понимаю, что не только у меня будет такая возможность понаблюдать, ну, во-первых, у всех наших телезрителей, но что-то состоится 10 февраля. 10 февраля по тому же адресу Евгений Дога, 5, в еврейском культурном центре КЭДМ, состоится мастер-класс по традиционно восточноевропейским танцам еврейским. Он состоится в 4 часа, вход свободный, никакая изначальная танцевальная подготовка от вас не требуется, по возможности только обувь поудобней. Просто хорошее настроение. Обязательно. И огромное желание. Или же мы его сформируем по ходу. Большое спасибо за наш визит. Спасибо большое за приглашение. Мы движемся дальше, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на Первом Развлекательном. Передаю эстафету Александру Вееру.